друзья! Вы знали, что у скетчмаркера есть пустые маркеры, которые можно заправить самостоятельно? Они маркируются буковкой Е на колпачке. Вы можете взять две или более заправок из всего многообразия, представленного в компании скетчмаркер, и намешать какой-то свой собственный цвет. Давайте проэкспериментируем. Я возьму маркер с наконечником кисть. Видите, он совсем сухой. Не пачкается, не мажется. В отличие от блендера, да, наконечники у нас сухие. Хочу намешать какой-нибудь светлый цвет. Я возьму V54 и R23. Хочу получить какой-нибудь нежно-розово-фиолетовый цвет. Для этого я беру две заправки и вот такую вот емкость, в которую я буду эти заправки выливать. А также мне понадобится шприц, чтобы забирать получившуюся смесь и наливать ее в маркер. Возьмем более светлый цвет. Нальем в нашу емкость. И добавим несколько капель розового цвета. В маркер входит 2,5 мл чернил, поэтому если есть возможность, обязательно отмерьте. Размешаю. И вберу шприцом чернила. Видите, у меня получился всего 1 мл собрать. Попробуем дальше. Теперь чуть меньше 2. Поэтому я сейчас еще намешаю, чтобы нам сразу заполнить маркер. Я убрала воздух об салфеточку, и у меня получилось здесь 2 мл чернил. Давайте попробуем еще собрать. Так, ну хватит. Посмотрите, у нас получилось как раз 2,5 мл чернил. Что мы делаем дальше? Дальше мы открываем маркер, желательно с обеих сторон, так будет эффектнее смотреться. Можно снять наконечник долото и вовнутрь влить чернила. Вставляем наконечник обратно. И ждем. Наконечник долото пропитывается чуть быстрее. Давайте поможем кисточке. Просто наклоним и подождем. Вот и наконечник кисть начинает пропитываться. Это заняло чуть больше времени из-за строения наконечника. Но я ждала не больше минуты.
Ура! Так, смешаю в два цвета. Розовый. И светло-фиолетовый. Мы получили третий. Все просто. Экспериментируйте.